Личные вещи солдат и жителей межвоенных Виленского, Новогрузского и Полесского воеводств, документы, фотоснимки, денежные банкноты, мундиры, элементы снаряжения, периодические издания и другие предметы легли в основу экспозиции Игоря Мельникова. Автор коллекции – кандидат исторических наук. Тема Второй мировой войны заинтересовала его еще 10 лет назад. С тех пор исследовательская деятельность не прекращалась. Стремление разузнать больше посредством ценных находок и рассказов старшего поколения вылилось в полноценную коллекцию. Именно с ней историк из Заславля приехал в Брест. Я полечу, что варто вылучать. Почалися працы в архивах, почалися працы с людьми. Мне удалось собрать великую коллекцию. Другий момент, який мне вельми цікавий, это войсковая историчная реконструкция. Я начал собирать мундиры, элементы рештунку, и оказалось, знову-таки, это не только польская тема, это и белорусская, и в значном сенсе белорусская тема. Все эти моменты сплялися. Выставка уже презентовалась в Национальном историческом музее Республики Беларусь и в Музее истории Великой Отечественной войны. На этот раз и у брещан появилась возможность узнать новые факты истории периода Второй мировой войны. Тема любопытная. Немногие знают, что в 1939-м в рядах польского войска служило порядка 70 тысяч белорусов. Экспозиция рассказывает о том, как два народа, объединив усилия, боролись с фашизмом. Восполнить этот пробел стало возможным благодаря взаимодействию посольства Республики Польша в Беларуси с Генеральным консульством Республики Польша в Бресте. Я убежден, что показ выставки в таком особом месте имеет особое, огромное значение. Я рад, что она еще богаче и содержит новые элементы и экспонаты по сравнению с выставкой, показанной ранее в Минске. Огромное, Игорь, тебе спасибо. Работая с огромным количеством архивов белорусских, польских и российских, общаясь с людьми, Игорю Мельникову удалось прийти к существенным результатам. В коллекции авторов более 600 экспонатов. На экспозиции представлена лишь часть из них. Но на этом деятельность Игоря Мельникова не прекратится. Будучи убежденным, что результат его труда, экспозиция, дает возможность сблизиться двум народам, польскому и белорусскому. Историк будет продолжать работать в этом направлении. Открывать для белорусов новые факты, их истории.